Вітаємо в прес-центрі телеканалу «Відкритий». Сьогодні понеділок, 11 жовтня, і наразі говоримо, чому нерухомість знову дорожче. Сьогодні в наших гостях В'ячеслав Козаченко, ріелтор, експерт з нерухомості та член спілки фахівців з нерухомості України, та Роман Коржак, експерт з іпотечного напрямку банку. Я вас вітаю. В'ячеславе, вам слово, чому нерухомість дорожче? Скільки коштує наразі купити квартиру? А в яких районах і з чим пов'язане таке здорожчання? Дійсно, ціни на недвіжимость ростуть на протяжении уже нескольких лет. Особенно это видно в этом году. Почему это происходит? Ну, это один из таких, наверное, фундаментальных законов экономики – спроса и предложения. На недвижимость сейчас достаточно большой спрос. Из-за этого предложений становится меньше, и те предложения, которые есть в наличии, они естественным образом растут из-за превышения спроса. Отвечая на вопрос, сколько это стоит, все зависит от района, от вида недвижимости. Если говорить о центральной части, то однокомнатные здесь в районе, если в долларах, то это порядка 35-40 тысяч долларов, двухкомнатные 50-60, ну и выше. Все зависит от состояния, от места, от года постройки и так далее. Если говорить о первичном рынке недвижимости, то цены на новостройки начинаются примерно там от 750-800 долларов. Это если не центральная часть. В центральной части это 1100-1200 и выше. Ось така ситуація. Чи можуть взагалі собі дніпряни дозволити такі квартири? Чи більшість все ж інвесторів закордонних купляют от квартиры от самого вас, как? Ну, тут хорошая новость в том, что если цены растут и их покупают, их действительно дефицит на некоторых сегментах, то значит такая возможность у населения есть. И на мой взгляд, это один из признаков того, что в Украине формируется средний класс. Конечно, это доступно не всем жителям, но достаточно большая категория может себе позволить приобрести квартиры, и в том числе для целей инвестиций, для того, чтобы на этом зарабатывать, то есть использовать это как бизнес. Собственно говоря, это и толкает цены вверх, этому помогает и кредитование банковское, об этом расскажет мой коллега, да? Но вот возможность такая есть, поэтому цены растут. Вот сколько приблизно у вас клиентов наразі? Ну, да, тут вопрос не сколько у нас клиентов, а сколько клиентов на один объект, который возникает на рынке. То есть, ну, вот само так. Если раньше период экспозиции объекта на рынке был там, несколько месяцев, да, если он выходит с нормальной рыночной стоимостью, то сейчас некоторые объекты даже не успевают выйти в рекламу. То есть, да, можно его продать, имея тот спрос, который есть у нас внутри агентства. Как правило, в рекламу выходят объекты, где цена уже выше рынка, и таким образом находится покупатель, который действительно замотивирован, который может заплатить больше. Найдорожчі квартири в центрі і які ще житломасиви користуються популярністю? Популярністю користуються всі житломасиви, це і спальні райони, тут попит є буквально на всі райони. То і лівий берег, і правий, і всюди, де є нерухомість, ця тенденція видна по всім напрямках. Ось так. А найбільше це Перемога, мабуть. Це наводящий, да, вопрос? Так. Перше місце за популярністю. Кому ви віддасте, якому району? Побєда, да, он, наверно, після центру і нагорної часті. Наверное, все-таки популярность больше – это Нагорный район и центральная часть. Потом идет Победа, такие крепкие спальники, спальные районы, такие как Тополь, Левобережный, Красный Камень, Парус. Они чуть хуже, но там тоже спрос достаточно активный, и объекты там продаются очень-очень живо. Если с объектом все в порядке, если там адекватная стоимость, то, я же говорю, достаточно нескольких дней, максимум две недели для того, чтобы он продался. Если объект не продается дольше, то это явный признак того, что либо с объектом что-то не так, либо стоимость завышена. Это наиболее часто встречающаяся ошибка, почему объекты не продаются, почему они зависают. Ожидания собственников завышены, из-за этого объект мы видим в рекламе. Если
Цена нормальна, в рекламі його вже нет, його вже хтось купив. Чи є випадки, коли дніпряни втрапляють так в шахрайство? Все життя збирають на квартиру, і потім що з'ясовується, що там або нотаріус чорний, або ще от ще щось. Да, но тут причина, наверное, в погоне за выгодой, да, говорится, дешевый сыр бывает в мышеловке. Вот, насчет этого, это один из признаков тоже того, что с объектом может быть что-то не так, это низкая стоимость. Определить, насколько эта стоимость рыночная, насколько она адекватна без помощи эксперта-специалиста достаточно сложно, поэтому тут я бы рекомендовал эту информацию проверять у проверенных специалистов. Такие есть в нашей организации, поэтому, если есть вопросы, можете обращаться. Что ж, давайте придумаем слово вашему коллеге. Да. Романе, с чем вы повязываете здорожчение нерухомости? Ну, в любом случае могу сказать, что на сегодняшний день, учитывая стабильный курс валюты и то, что происходит на банковском рынке, я могу сказать, что основных таких моментов для изменения стоимости в сторону удорожания нет. Но учитывая то негативное поле, в котором мы все находимся, то, что происходит сегодня на рынке, и то, что застройщики, которые строят объекты новостроя, они, учитывая удорожание стоимости строительных материалов, то, что у них происходит во время строительства, и учитывая то, что конкуренция растет среди застройщиков, они провоцируют повышение цен. Ну и, соответственно, вторичный рынок тоже повышение цен тянется за новостроями, потому что в целом продавать больше не стали, стали просто меньше объектов, больше конкуренции. То есть спрос на сегодняшний день превышает предложение. Соответственно, и цены растут, на мой взгляд, из-за этого. Ось так. А от що до іпотеки, так? Наскільки зараз вигідно брати іпотеку? Ну, скажем, с точки зрения финансов, ипотека на сегодняшний день, она достаточно выгодная, и то, что мы понимаем, что есть учетная ставка Нацбанка, есть ставка по инфляции, и банковская ставка по ипотеке 12 стандартная и 7 по госпрограмме, то можно сказать, что это, по сути, рассрочка без процентов. То есть в течение года инфляция съест, грубо говоря, те проценты, которые насчитываются на остаток по телу. Клиент, который приобретает квартиру сегодня в ипотеку, платит ежемесячный платеж не больше, чем он платит арендную сумму за квартиру, в которой проживает. Но только в том случае она остается уже клиенту в его собственности, а если он платит за арендную плату, то квартира в его собственность не перейдет никогда. Вот и рассуждаем. То есть на сегодняшний день выгоднее было бы приобрести квартиру в ипотеку, имея, к примеру, 20-25% авансового взноса, и платить тот же самый ежемесячный платеж за аренду, и при этом квартира в итоге будет в собственности клиента. Пока могу точно сказать, что в ближайшее время тенденция сохранится, ипотека сейчас достаточно выгодна. А як отримати іпотеку? Очень просто. Любое отделение банка, всегда можно прийти и сформировать запрос на определение кредитоспособности клиента. Даже если клиент не имеет постоянного официального дохода, но при этом доход у него есть с авансом 50%, он может рассчитывать на получение ипотеки для себя. А не подскажете, какие доходы мають бути у людини, яка от банк рассматривает и минимальный доход на самом деле. Мы понимаем, что на сегодняшний день в условиях законодательства, в котором мы находимся, и в условиях трудовых взаимодействий клиента, который работает где-то в какой-то организации, он может показать справку с минимальным доходом. Мы будем его рассматривать и будем рассчитывать его платежи. По формуле банк рассчитывает ежемесячный платеж за квартиру, не должен превышать, включая все расходы клиента текущие в месяц, не больше 70% от его официального дохода. Ну, либо дохода совокупного, то есть официальный плюс неофициальный. А от якщо є нагода так заплатити за іпотеку, ну, раніше виплатити, це просто... Досрочное погашение без проблем, погашаются без всяких комиссий, клиент, приобретая ипотеку, в ипотеку квартиру, он уже становится собственником, и у нотариуса накладывается обременение на отчуждение. То есть он уже собственник, и по истечению срока
договора ипотеки, либо досрочного погашения, снимается обременение, и клиент освобождается от обязательств. Якщо у клієнта такий форс-мажор, наприклад, що він не може, там, наприклад, декілька місяців платити іпотеку, якщо він не платить, що тоді відбувається? Кабальних таких условий не будет, сразу скажу. В любом случае банк оценивает каждого своего заемщика, и если он, допустим, попадает в сложную ситуацию, и у него есть проблемы, которые ведут к тому, что он не может вносить ежемесячный платеж, с ним проводится работа. Мы обычно договариваемся с клиентом, чтобы он вносил посильную сумму каждый месяц, для того, чтобы банк понимал, что клиент адекватно оценивает свою ситуацию и хоть частично, но погашает. Говорить о реструктуризации, то такая возможность существует, но лично я не рекомендую никому, потому что любая реструктуризация – это, грубо говоря, забыть все, что платили до, и приобрести еще новые обязательства заново. То есть чаще всего я рекомендую просто погашать максимально, как есть, насколько позволяют возможности, и уже потом, когда клиент выровняется в финансовом состоянии, он сможет перекрыть все свои задолженности. Но говорить о том, что там клиент, к примеру, не внес 2-3 месяца, и мы изымаем квартиру, нет, такого нет. Тобто, можливо, фактично відстрочка, так? Да, можна сказати так. Так би мовити. Чи радите ви клієнтам заключати цей самий іпотечний договір зі своїми юристами? Адже часто люди фактично не читають половини договору, а потім там виявляється, що там десь щось було прописано маленьким шрифтом і так далі. Сейчас Нацбанк четко ограничил все вот эти договорные отношения, мелким шрифтом ничего не вносится, все вносится в чистую и показывается полная сумма переплаты. Перед тем, как подписывать договор, естественно, мы работаем и с коллегами, с риэлторами, которые, в свою очередь, чаще всего являются юристами. 99% сделок все проходят с помощью риэлторов и компаний, которые их представляют. Поэтому с клиентом работают с двух сторон. То есть банк предоставляет всю информацию, которая есть, и он обязан это сделать. А клиент, в свою очередь, может прибегнуть к условиям риэлтора, который, в свою очередь, сможет привлечь юриста компании, либо проконсультировать самостоятельно. Угу. Вячеславе, вам питання, чи багато в Дніпрі нових забудовників? Чи є от саме так нові будови? Навіть деякі жартують, що Дніпро перетворюється в місто Нью-Йорк потроху. Новобудов дійсно дуже багато. Смотрите, значить, по темпам ввода в експлуатацію у нас в цілому навіть не по Дніпру, а по Україні ежегодно вводиться порядка 10 мільйонів квадратних метрів жилья в год. И может создаться такое впечатление, что строят, я часто слышу такой вопрос, много строят новых домов, кто их покупает. На самом деле емкость рынка достаточно еще больше и строят не так много. В развитых странах, в Европе и в других строят гораздо больше. У нас получается по стране в среднем строят, это, если разбить на количество проживающих в стране, это примерно 0,25 метра на человека. Это очень мало, так как нового жилого фонда у нас всего там из 900 примерно миллионов квадратных метров жилого фонда строится в год всего лишь 10. И если даже такие темпы продлятся более там 20-30 лет, то этого будет недостаточно для того, чтобы заменить тот старый жилой фонд, который есть. В настоящий момент времени в городе у нас много застройщиков, но вот центральную часть, сейчас там выделяется несколько таких основных игроков, которые активно строят, и в ближайшие вот годы будет, наверное, доминировать на рынке. Те, кто более мелкие, скажем так, или застройщики, которые не имеют такого ресурса, вот они постепенно уходят в тень, вот, и на арену выходят такие мощные игроки, они анонсируют каждый вот месяц, и в ближайшее время тоже появится еще новых объектов в центральной части, и в принципе возможностей города больше, то есть можно строить еще больше. Будет ли это происходить или нет, посмотрим, но спрос на это есть, и по некоторым комплексам продажи либо бронирования, да, условно, происходит за несколько дней, то есть объект еще не успели начать строить, а отдел продаж анонсирует о том, что все объекты там проданы, либо за авансированы. Так, от, до речі, це, чи вигідно? Це ж все ж таки ризик.
Адже може щось не добудуватися, а ти вже вклався і ти вже придбав. Але це дешевше, так? От, поясніть. Звісно, так в цьому же і смисл, що там, де є ризик, там є і заробіток. І у нас сформувалася достатньо велика група так званих інвесторів, які зарабатывают на этом, и заработок происходит на несколько этапов. То есть есть объекты в новостройках, которые уже проданы и перепроданы там по третьему, по четвертому разу. И на каждом этапе люди на этом зарабатывают. То есть один раз купили, допустим, на фундаменте, продали на этапе строительства, второй раз продали перед вводом в эксплуатацию, третий раз продали уже после ввода в эксплуатацию, четвертый уже купил, допустим, конечный собственник, который сделал ремонт и сдает в аренду. И тоже получает доход. То есть там аккумулируются достаточно большие финансы. Люди из многих бизнесов выводят деньги именно в недвижимость. И, на мой взгляд, это хорошо, потому что на $1, задействованный в строительстве, приходится, ну, там, по разным оценкам, там, порядка там, $10 из других сфер, ну, сопутствующих имеется в виду. Да, то есть, так. А чи бували ви на вашій практиці випадки, коли все ж ризик не вийшов, от не збудував і люди втратили гроші? Ну так, щоб втратили, такого нет, но есть задержки по срокам ввода в эксплуатацию. В Киеве достаточно много таких, больше случаев. Днепр, слава богу, отличается тем, что тут, как правило, то, что начинают строить, достраивают, и люди все-таки получают эти квадратные метры. Да, бывают эпизодические случаи, где этого не происходит, но это у таких непроверенных застройщиков, которые, ну, либо не имеют репутацию вообще, либо имеют ее негативную. Поэтому тут для покупателя, для инвестора достаточно тщательно надо подходить к выбору партнера в этом, то есть кто строит, проверять разрешительные документации и иметь дело только с надежными застройщиками. Если застройщик уже имеет опыт, если он подтвердил там какими-то объектами, то, как правило, уже последующие объекты его достраиваются и вводят в эксплуатацию вовремя, так как это его репутация. Если люди здесь надолго, то это очень важно соблюдать договоренность. Если этого не происходит, то будущего у таких компаний нет. І чи могли б ви навести нам от якийсь приклад, за скільки можна придбати, так вкластися, ризикнути в квартиру, наприклад, однокімнатну, ну, плюс-мінус в центрі, і скільки можна потім її там через рік, коли вже зробити ремонт, продати? От який може бути прибуток приблизно? Це якщо на етапі будівництва покупати? Так. Ну, смотрите, тут змінення стоїмості. Если покупать на фундаменте, то есть когда объект только начинает строительство, это наиболее такие выгодные вложения. Увеличение стоимости до окончания строительства, то есть это порядка год-полтора, это порядка 25-30%. То есть купив этот объект, ну условно говоря, там, да, условно возьмем там за $1000, его можно будет продать за 1250-1300. При этом пройдет да, время какое-то, ну и с учетом общей тенденции по рынку, это если мы при условии, что цена будет стабильная, рыночная, а с учетом того, что цена-то растет, то это может быть еще больше. При этом тут надо учитывать условия оплаты, то есть не обязательно всю сумму оплачивать сразу. Есть рассрочка, и поэтому тут можно зарабатывать еще больше. Там доходность годовых может быть и 30-40%. Угу. Ось таке останнє питання, буквально коротко. От є така версія, що наразі нерухомість дорожче і попит на неї теж дорожче в зв'язку з тим, що потроху долар впав. Тобто люди фактично хочуть вкластися в нерухомість, так от і там здавати в оренду. Чи погоджуєтеся ви з цим чи ні? Ну, прям такого влияния курса доллара я не вижу. То есть тут цены достаточно инертно, тем более и курс там падает на не очень существенно. Угу. Поэтому тут, мне кажется, больше влияют больше другие факторы. Больше попыт, как вы сказали, добрый. Кстати, угу. Вот так. И по ипотеке хотел добавить, что ага. Пусть в данный момент времени не так много сделок по ипотеке, их становится все больше. Но тут надо понимать, что каждая сделка ипотечная, она влечет за собой там серию других сделок. То есть те люди, которые продали объект, его купили там в ипотеку, идет там череда следующих сделок. То есть люди покупают другую недвижимость, и это идет цепочка. То есть банковская сфера запускает рынок строительства, в том числе на рынок недвижимости очень влияет.
Дякуємо, В'ячеславе. І значить, буде ще більше. Дякуємо, Романе. Що ж, сьогодні говорили про те, що нерухомість дорожче, а які фактори, з чим це пов'язано. Гостями нашої студії був Роман Коржак, експерт з іпотечного напрямку банку, та В'ячеслав Козаченко, ріелтор, експерт з нерухомості та член спілки фахівців з нерухомості України. З вами була Анна Храбончук. Дякуємо, що були з нами.